Полицейские всех стран объединились в 1950 году в Лондоне на Первом конгрессе полицейских Англии, Бельгии, Франции, Германии и Нидерландов. В Международную ассоциацию полицейских российские охранники правопорядка вступили только в 1992 году. До тех пор наша советская милиция, известно, сама себя берегла, а вот с начала 90-х осознала свою причастность к всеобщему полицейскому братству, благо железный занавес упал. Кроме того, в жизни, в том числе и в милицейских буднях, есть, оказывается, место творчеству. Собрались в Москве 28 марта и 92 года учредили российскую секцию Международной полицейской ассоциации. Как всегда, все творческое рождают творческие люди. Есть увлеченные люди, в том числе в милицейских кругах, которые взялись за это дело и вступили в ассоциацию. Карельские сотрудники органов вступили в ассоциацию вскоре после создания российской секции. И, несмотря на свой нежный возраст, региональная секция уже заработала профессиональный авторитет. Мы не просто приехали сюда, мы еще приехали за опытом. У вас молодой регион, руководимый вот Эриком Михайловичем, он уже может, оказывается, дать фору таким сильнейшим регионам, как Москва, Санкт-Петербург в некоторых вещах. Мы даже решили, что мы, наверное, будем обобщать опыт организационной работы вашего региона с целью того, чтобы остальные 19 регионов могли не уравняться. В целом ассоциация направлена на демократизацию охранительных органов и повышение профессионализма полиции. Это самая внушительная по размерам организация, в которую входит более 300 полицейских из 62 стран мира. В ассоциации признается только одна политика – повышение престижа полицейской службы за счет улучшения работы хранителей порядка. Это обмен опытом, социальная поддержка полицейских, а также их семей, образовательные программы на всех 5 континентах мира. Кстати, об образовании. В составе нынешней делегации Петрозаводск посетил президент Тульского региона Игорь Богородицкий. В Туле образован единственный в мире учебный колледж ассоциации. Но, возможно, и Петрозаводск изберут еще одним городом для открытия филиала этой уникальной полицейской академии.